Всем привет снова! Здравствуйте! Давайте в этом видео рассмотрим, как сделать бумагу. Вот бумага для папируса и как это все можно так сделать необычно. Так, откроем Tool и возьмем Helxut 3D. Его откроем и будем работать с ним уже. Так, Make Polymesh не жмем. Заходим в Initialize и поработаем здесь. Так, сначала coverage что-то можно уменьшить, так сказать, количество волн вот этой пружины. Так, давайте еще немножко, наверное, вот так вот уменьшим. Теперь поработаем, наверное, радиусом. Вот так вот повернем, и надо вот эту вглубь увести, а эти чуть выше. И вот здесь мы теперь попробуем вот это все вот так вот преобразить. Так. Вот такая штука у нас получается. И вот надо, чтобы это все дело у нас было как можно меньше. Так, попробуем еще немножко развести и попробуем поработать с другими там частями. Так, вот так вот. И вот эту верхнюю тоже чуть-чуть уменьшим. Вот так вот. А вот эту вот третью немножко прибавить бы еще. Так. Давайте еще немножко покрутим. Вот. Вот таким образом хватит. Вот с этим мы будем работать. Так, что теперь надо сделать? Теперь надо ее сделать плоской. Плоскую будем делать вот здесь вот. Вот этот флажок вот так до низа опустим. И вот такая у нас спираль получается. Как можно, кстати, нагреватель сделать для чайника. Прикольно. Так, ну что теперь? Уменьшим из дивайда вот эти. Вот так вот. Вот таким образом. И вот эти чуть-чуть уменьшим. Так, что нам может еще предоставить здесь функция? Так, это мы можем перекрутить ее. Ну, мы ее вот так вот выровняем, чтобы ровно этот горб был. Вот так вот. И давайте немножко сплюснем ее, попробуем. Вот так, чуть поменьше можно ее сделать. Вот таким образом. Вот так вот. Ну, в принципе, нормально. Так. И теперь заходим, делаем Make Polymesh. И вот эту часть маскируем. Вот так вот. Смотрим сетку. Делаем Ctrl-I. И давайте поэкспериментируем. Вот этот мов. Вот так вот. И поведем его вот так вот. Вот такая штука у нас получается. В принципе, неплохо так. Можно еще больше его вот так развести. Вот таким образом. Сделать теперь вот здесь маскирование. Так, вот так его замаскируем.
И попробуем с помощью Scale где-то здесь вот так вот сделать изгиб. Или с помощью ротации. Так, ну вот бумага у нас готова, свернута, все. Может и за папирус скатить. Что теперь можно сделать? Давайте сделаем Dynamesh, геометрии, Dynamesh. И сейчас это все дело чуть-чуть преобразуем. Смотрим, что у нас тут получается. Так, вот так у нас изменилась сетка. Слишком многовато, но пойдет пока. И давайте немножко ее теперь поэкспериментируем, что с ней можно сделать. Можно поработать с помощью мов. Вот таким образом вытянуть ее. Вот так. И вот она уже похожа на папирус точно. Что теперь еще можно сделать? Поработать в деформации. Заходим в деформацию и поработаем инфлатеном вот этим. Сделаем бумагу чуть-чуть потоньше. Вот так вот. И можно ее еще даже покрутить разными тут вот этими настройками. Попробуем твист. Вот, вот так вот можно ее в трубку завернуть. Вот таким образом. Можно ее смять. Это делается вот таким образом. Вот так. Вот уже бумага может лежать на столе. Вот таким образом. Если еще положить тут ровные листы, то прям получается неплохая штука. Вот этот завиток также можно пустить на папирус, который я уже показывал, как сделать. И вот эту бумагу можно использовать, если обрезать вот эту часть и растянуть, то будет накрутка на папирус. Так, что еще можно сделать? Вот такая неплохая веревка получилась. Все нормально, перевязанное все. Ну и немножко, опять же, можно поработать с помощью мов. Чуть-чуть сделать ее вот так вот плоской. Вот уже симпатично. Так, допустим, на панно нужно нам вот именно как карту сделать, где вот будут корабли, там карта какая-то какого-то острова или еще что-нибудь. И вот как такая свернутая бумага, нужно на панно это сделать. И как это все можно обыграть? Ставим мов, вот так вот. Вот таким образом выставляем. Отключим чуть-чуть симметрию, и вот так вот можно это все дело вытянуть. Вот таким образом. Вот так. Затем это все дело можно повернуть вот таким макаром. Все это поработать ротацией. Вот так. Поставить опять же мов и вот так вот сделать косяной вот это все дело.
И в принципе вот такая вот карта может получиться. Именно вот на панно. Вот это все изгибы сделать ее зеркально. Здесь что-то нарисовать. И вот так ее даже можно положить боком. Вот таким делом. И вот так вот еще можно сделать вообще плюснутую на панно, классно будет смотреться. Словом, как вариант, используйте, кому нужно будет, экспериментируйте, кому-то может что-то пригодится, кто-то свое еще придумает, новое что-нибудь. Все, всем пока, до свидания.